Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть Warhammer 2 Total War. Что ж, тут на меня напали все-таки эти египтяне вражеские. И получается то, что три армии против трех армий. Будет мясо, будет заруба. У них один пара скелетики. И, ну, есть пару катапульт, точнее одна катапульта. Короче, будет весело. Сейчас чувствую. Благо, у меня тоже есть катапульты. И у меня катапульты получше, побольше, чем у него. Постараюсь выиграть как можно с меньшими потерями. Ах, нифига, у него даже побольше войск будет, чем у меня. Это, грубо говоря, на 500, 700. 1500, если не больше. Наверное, 1000-2 больше, чем у меня. Жестко будет, жестко. Опять всю армию потеряю. Но зато если я выиграю более-менее с нормальными потерями, то город будет моим. Ой, а чё это как-то они по-еврейски-то выходят, подкрепление-то? Как-то дебильно так всё, ёпрасте. Да, такое себе, если честно. Твою жесть, а. Еще 8 всего, ну-ка давай побольше. Больше, ну да. Хотя с 9 в 6 вообще ни роли не играют. Я не знаю, они навряд ли, конечно, так пойдут, но пусть стоят таким образом. И дальнобольная пушка где-нибудь тут пусть стоит. Ты здесь? Так, тут эти выйдут. А вы не знаю, ну стойте здесь. Угу. Они с этой стороны, да, я с этой стороны. Короче, кто на что гораздо, да? Ну, оставь так хотя бы. Как всегда, пошло, все пошло наперекосяк. Ой,
Интересно, они смогут выйти оттуда? Где у них это пульты-то, блин? Вот это месиво, ёпрос это. Я что-то так и думал, что, блин, забыл, потому что из-за того, что сюда не все влезают войска, я не смогу этот катапульт использовать нормально. Обе катапульты, точнее. Сейчас быстренько восстановим магию. Почему у меня ни у одного командира, кроме этого, нет нормальной этой способности? Это же кошмар какой-то. Самое странное то, что это командир у меня. А, как называется? Ближнего боя, это ж тупо так.
О. Паду как надо или нет? Есть контакт. Офигеть, он тут, блин, натворил делов. Это ж кошмар какой-то. Видите, на 22 секунды. Да, порой здесь, конечно, способности просто читерские. Кто мне сейчас стоит просто так? Так, тут они по них стреляют. Так, тут убили. Сюда, давай беги. Тоже один? Нет, это колесница. Пойдем, у них еще один командир. Ладно, плевать, где он там? А что, это же мне что сделал? Ускоряет перезаряд, увеличивает запас энергии. Что-то я не вижу А, давай какую-то способность. Надо сюда ударить. Давай вот их добиваем. Да я магию шандарахну. Птички, давай на эту фигню. Так, это моя конница, надеюсь.
Появляются лучники, отлично. Здесь энергии не хватает, да, я так понимаю? Да, сколько надо энергии? 16. Блин, они все разбежались, фиг куда. Почему способность можно вот этот вызов частей можно один раз использовать? Они же такие слабые, это просто кошмар. Даже с самого начала игры они уже были слабыми. Не говоря уже о текущем ситуации. Там скорпиончики поперли. А, патроны кончились. Так, ты свое дело сделал, пошел отсюда. Пускай там выйдет круче. Почему нельзя направить этих страусов так, чтобы там, где этот будет пролетать, бомбочку нет, надо тупить. Так, чтобы нельзя было попасть. Так, обезьян светит. Что это наиболее правильная вещь, сюда бабахнуть. Там сейчас еще новую вылезут. Офигеть, конечно. Сколько есть трупов, это же ужас какой-то. Из своих, из чужих. А, поливайте. Прошлики сюда. Авиабомба, блин.
Ну, вроде как по кому-то попал. Где мои скелетики? Ой, скелетики, скорпионы, ну-ка фас их. Это у меня третья арма пошла. Еще лучники, блин, сколько этих лучников-то у меня здесь. Так, конница. Восстановление способности 30 секунд. Опа-на. Ой, он так выглядит прикольно. Так, к сожалению, пока... О, еще одна катапульта вышла, теперь моя. Расстреливаем. Блин, куда бы использовать эту фиговину? Just
tremble before Arkhan. Он помер, что ли? Слабак. Офигеть, они разобомбили, блин. Скелета у этого скорпиона вообще пофигу, что тут с ними сделали. Кошмар какой-то. Spell casting. I command Animus. Necromantic. Нифига он лучник, конечно. О, ну пойди-ка, с него сражайся.
Есть контакт. Ух. Кошмар какой. Теперь интересно потери. Дело пора с этой. 2009, 847, 1400, 2600, 1900, 2200. Ё-моё, это всё, это фух. Только недавно отстроил всю армию и заново её строить. Ещё двое сдохли, скорее всего, у меня командира. Ещё воскрешать. Часу мне навряд ли хватит армии, чтобы взять город. Ну что ж. Ну, такое себе, если честно. Полнить отрядов 0. Минус 2 командира. Да, кошмарно, конечно. Ну, победа зато. Теперь нужно успеть взять город до того, как возьмет город этот черт. О, фракция была уничтожена. Последний бастион пал. Address me as your highness. My dynasty reigns supreme. Так, мне надо что-то. Это что такое? А, нанесение урона. Мне бы что-нибудь такое, чтобы больше магии было. Это что за фигня? Да себе. Конечно, полезная вещь. Оживляет мертвецов, лечение раненых. Ну-ка, попробуем. Некара rises from the sands. The king moves. Now we go. Land of the dead. Legions move. Unliving march. Избранный богами. А я что, 20 уровень взял? А, 16. Arise, legions. My master will return. Not even Nagash can challenge me. Do not challenge me. Vengeance of the Tsar. Удар из гробницы. Так. То, что я и хотел. Кошмар, конечно, тут. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18. А у меня 15, как минимум. Навряд ли, да, я возьму. Ну, в осаду я взять могу.
мне потерпеть один ход, я смогу уже весь какой он. Так, сиди здесь. Так. Так, сиди здесь тоже. К минимуму, хотя бы подкрепление держать. Ах, там, паром. Борьба с пехотой, нифига себе. Кража с мечами. Ну ладно, что плевать. У меня пехоты практически нет. Я могу штучку эту купить. Почему бы и нет? Рост дипотношения. Здесь непорядок дипотношения со всеми. Блин, кажется, в данном случае мне вот эта вещь понадобится мне сейчас. Чтобы с людьми договориться, чтобы они больше не грабили. Это достали ведь. Кувшин. Блин, ну кувшин не нужен. Immortality and power. Улучшается. Valiant lord. These lands are ours by the honor before the laws of chivalry. Rebel, welcome. What business have you with me? Грабят, но при этом ничего не хотят делать, уроды. The wrath smells on me. Attack! Ну, это фигон включил, что ли? Destroy them. Another time. Address me as your highness. Legions march! Stride to greatness. For Nagash. I keep my own. This is where we fight. For the arch necromancer. Отлично. Даже самому играть не пришлось. Наконец, я эту фигуру тоже сделал. Задание-то.
Так, это у нас что? The realm of souls fills with my foes. Фига себе, черная башня Архана. С фигуину можно, кстати, уничтожить. Find my harem. I'm awake. I deign to move. Нифига себе, 9 птичек. Нифига мне столько много. Victory, yes. Блин, не снести бы. Ладно, пока оставлю. Все равно у меня через 3 хода будет новая войска, я смогу взять. Мне нужно что-то придумать. Так. Здесь я погляжу, слишком много лучников. Так, пока всех их оставлю, вдруг этот урод нападет на меня. Priest king of greatest dynasty, Master Lich. Нифига, четверых я их могу взять. Прикольно, конечно. Так, этих я оставлю. Тут это фигня. Open the Libermortis. Так, это что, бронебойс? Так, борьба с пехотой. Берем. Power in unlife. Ну, теперь надо как-то дальше добить. Черная пирамида Нагаша. Мне что же ее по цели надо взять? Есть ощущение, что я намного легче возьму, чем черную башню. Здорово, они убежали. Хотите следующее количество пленных? 800. Достал, порыло задание давать. Какое-то достижение получил черный, это новый черный. Дичь какая-то. Армия из птиц. Я понимаю, это здесь что ли беру? Откуда такая армия-то идет? Странно, конечно. Так, два хода. Так, один ход надо подождать будет. Я смогу этих идиотов уволить. Так, здесь что-то я смогу объединить? А, я могу его убрать отсюда. Так. Кто у нас здесь по армии? Стража. Убить? I have my suspicions.
Так, теперь тебе надо отправить путешествие сюда за конницей. Хотя нафиг, я лучше куда-нибудь сюда отправлю. И там уже где-нибудь наберу. А здесь я сейчас куплю череп дохода. Фракс уничтожен. Лучники Ориона. О, кстати, кто такой синий? Ах, нифига себе. Так, это получается совет, это воюет, наверное, с этим, да? Офигеть, он тут распространился. Мне с ним воевать надо будет. Чаль, на самом деле. У него там армия, наверное, выше крыши. Так, ну тоже одни скелетики. Этот город я смогу взять. Где мой главный войска? Главный шпион, точнее. Не ты. Нифига, 34%. 39%. Ладно, допустим, пока ничего делать здесь не будет, пускай контролируют. И беги сюда, посмотри, что у них здесь с армией. Блин, у них у всех серебро. Чисто так плохо. С восстановлением, блин. Залп легиона. А, это, блин, не того я... В смысле бессмертный? Царь и то... Бом, блин. Ну ладно, беги так тогда. Раз ты бессмертный. Блин, мне до этого надо продать. Да, это до этого продам сейчас. Блин, всего 16 уровень, это кошмарно, как он медленно качается. Так, катапульты, даже две катапульты есть. Еще одного лучника взять. Thank you.
Зараза, сюда бежит ко мне. Я еще не успел армию здесь закупить. Ходов. Так. Во-первых, сюда давай. Их не хватает, да? И здесь лорд. Пускай так будет, а дальше видно будет. Тридцать девять ходов. Офигеть. С другой стороны, чувствую все равно. А, так, таково. Колесницы, боеприпасы. Будем брать количество. Блин, не нападай, чувак, сюда еще пару ходов. Отличный удар. Теперь он не такой страшный. Где смог что построить? 1000. Бочку я построил. Так. Тут, конечно, можно еще построить лучников. Вместо вот этой фиговины, например. Так, это нельзя уничтожать, что-то я чуть не ступил. Будет территория, где у меня будет строиться всякая армия. Так. Тут это есть, теперь вот эту фиговину, а тут мне снесу, когда я здесь все обустрою. Здесь вот эту фиговину тоже надо снести.
вместе с этой и построить что-нибудь человеческое нормальное. Ну-ка. Тут у меня что? Порядок, деньги. Тут, конечно, денег нет, хотя у меня 1800 вход. Нормально так. Больше никого не могу взять, надеюсь. Или еще могу. К сожалению, нет. Флот приперся. My will be done. Address me as your highness. Еще 5 ходов, блин, торчать. My faith in you wanes. I serve king and patriarch. Not this time. I command movement! My servant fails me. You are not him. Да, на 9 месте, я на 3/4. Потому что сейчас армии у меня нет. Yes, welcome. What business have you with me? No. I cannot. Strategy beyond control. Relish this chance to look upon. Ой, блин, этим-то ничего не купил. Кобзец. Все ко мне с налетом приперлись. Разве это нормально? Land of the dead. I dare to move. Через 3 хода у меня будет 4.
Так, соответственно, мне надо еще купить еще одного. Я что-то купил, что ли, чтобы меня так поднялись? My will be done. У меня есть более интересная идея. I forbid this. Son of Nehikara. Drag the souls to Yucinan. I am my father's son. We are their nightmares. The Krasmar's on me. Open the Libimon. My master will return. To battle. Вот так вот. Одна проблема меньше. Еще денег заработал. Ой, а там, наверное, можно было выбрать. Царь Лич. Черт, надо было это сделать. А, я могу, наверное, следующий ход так сделать, следующий уровень. Ладно, сделаем попозже. No, this cannot be. Doom Prince of the Hecara. И денежки потратить надо теперь. Оп. И эту штуковину можно потом будет уничтожать. As loyal. Восстановление 480 здоровья. Хаос дохнет только в путь. Call me. This is forbidden. Так, это следующая армия. Прется на меня. Так, фас ее. Будем уничтожать их. Моими шпионами. Я смотрю, они очень много урона наносят. Так, аж деньги тратить на них, но... Сад уровень, так, ну, это максимально, наверное. А нет, смотри-ка, у него еще что-то там уровень можно включать дальше. Раньше это был максимальный уровень.
are no challenge. Submit. Move in. My dynasty. Так, это у меня лучники, я так понимаю. А нет, ближний бой. Да, ну и армия, конечно, тьма и птичек. Мне бы обряд это сделать для шкатулки. У командира шкатулки нет. А нет, есть. Нифига тут всякого и не приперлось. Зарез предатель. Неудача. I shall make him proud. Do not betray your king. I reign. The king moves. Servants of Nagash. Интересно, что он надеялся, когда я сюда засаду устраивал. Victory, yes. Итак, что это такое фигня делает? Падает шанс магических ошибок. Гнев.
Быстрые ноги, тяга к знаниям. Прикольно. Так, что ты умеешь делать? Повреждение постройки 49%. А с ним ты что сможешь делать? Помеха. Ладно, посмотрим. Ну, четвертый уровень, кстати, сразу. Один взгляд Шема. Я таких, я так понимаю, двоих могу взять, да? Victory in undeath. Тебя, наверное, все-таки сюда засуну. А борьба со скверной. Блин. Ну ладно. Отлично. И... Yes, master. Так, ну эту фигню я делать не буду. Потому что мне так уж по максимуму. Потому что пойдем дальше грабить этих чертей, чтобы взять этот город. Жесть, три этих звездочки. Это, конечно, жестко. А, денег нет. О, денег, ходов. Так, наконец-то эту фигуру могу построить. Блин, опять могу их строить. То могу, то не могу. Эту фигню, блин, не поймешь. My will.
Do not challenge me! Блин, с каждым разом все дороже и дороже. Что там делать с этой фигней, блин? Land of the dead. Так. Здесь много птичек. Вот пускай будет головы птичек. Тебе мечник, тебе копейщик. И можно уже на следующий ход выдвигаться, так. А там где-нибудь потом все ритуал сделаем. Что-то он мне сделал, творил, урод. Смотри, у него тоже есть высокого уровня, чувак. My father demands it. Curse them! Keep him at arm's reach. Move, but not yet. А почему у меня их двое? Я же сюда одного посадил. А, блин, затупил. Где просто? King of greatest dynasty. Address me as your highness. Address me as your highness. Так, отсюда заберем, допустим. О, птичку заберем. Now we go. Machinations. Incants. Maiden Shires. Так, 1900. Где у меня еще один, который прокачивать надо? Еще одна армия бежит на меня. I serve King and Patriarch. We move when I'm ready. Fill it with sand. Glory for Hebrew.
my glory. Все, поскакали на помощь. Пора брать город. I keep my own counsel. Advance! Animus! Вот эти твари сидят втроем. Ой, вдвоем. Так. О, а вот еще одна армия, кстати говоря. О, уровень силы. 7. Ну вот это я уже понимаю. Постепенно становлюсь сильнее, даже сильнее, чем паладин я уже. Мне сейчас еще одну армию даже купить через 30 дохода, так вообще будет бессмертный. Find my harem. Make way. I am ready. See, father, I command. Так, деньги, деньги. Есть контакт. Legions rise. Nehekara rises from the sands. No, I will not. 14 уровень. 3 уровень. И 8 уровень. Да, тут, конечно, будет бойня. Second Son. Вот уроды, приперлись все вместе. Очередная бойня будет.
птичек-то, блин, сколько? Я просто, это кошмар какой-то. Птичий забег будет. Так, ну ладно, я думаю, эту серию, точнее этот бой, я уже буду включу в следующий раз. А на этом все. Всем спасибо, всем до встречи.